Так, наступил у нас весенний сезон. Наш остров Свалки. Остатки мусора. Ну, по факту, что сказать. С этой стороны почти что все увезли. Дальше смотрим. Такая у нас картина. Стройка. Даже заборчик вроде есть, сейчас посмотрю. Но съели где-то полметра проезжей части. У нас паспорт объекта. Что написано? Строительство национального музея. Самое что удивительно, поставили забор. Ограждение довольно-таки качественное, можно сказать. Тут даже решеточка есть. Не какая-то пластиковая, а металлическая. Все, могут же при желании. Ворота есть. Открывай, сейчас скажу. Флаги, люди работают. О, электрику тянут уже. И причем у нас... Упс. Стук. Забор-то он на все протяжении. То есть вот эти вот на натянутые пластиковые, как полиэтилен, как правильно назвать, за ними дальше решетка металлическая есть. В принципе, да, требованиям отвечает. Внизу вот бетонные блоки. То есть подкоп сделать вряд ли удастся. Ну вот здесь, не знаю, может собаки пролезут, как бы подъездные пути. В принципе, ограждение надежное. Сейчас обойдем. Посмотрим. Конечно, весна показала на этом острове все остальные моменты показухи, как у нас субботники делали. Где-то там срезали, валили целую кучу веток, где-то мешки с мусором. Там на входе прям есть, посбрасывали. Наверное, собирались туристы. Таким образом хотя бы нужно загораживать строительно-монтажные посадки. Правда, там за пределы площадки почему-то сварили там щебень или еще что-то. Ну как бы весна у нас короткая. Скоро все это растает. Белый сезон начнется. Так что буду сюда частенько заезжать. Пока у нас тепло, положительная температура. Вот, в принципе, прекрасно. Тишина, умиротворение. Дороги, правда, ужасные. Ну ничего, думаю, потом сделаем. Ух ты, а тут еще у нас еще один заезд какой-то. Не перехвалил ли? А нет, тоже вот ворота. Все правильно, несколько заездных путей, въезд, выезд, что там дальше эти, рекламу. Проект же переделали, по-моему, новый вариант будет выглядеть. Конечно, что все это на мусоре будет в основании, ну и здесь как-то странно, просто обошли почему-то, видимо, паркинг будет. Ладно, все рассмотрим скоро. Вот за город выехал. Этой вот пелены нету. Вон там одна котельная коптит немножко. Сейчас посмотрим. И ТЭЦ один. Ну вот в ту сторону все улетает, сюда не летит. Ну, в принципе, воздух относительно чистый. Левый берег сейчас безумно не топит.
Вот как бы здесь влажность такая хорошая. Снег бы еще убирать бы. Тут люди бегать могли. Кататься с колясками. Какая-то строительная компания «Атлант». Посмотрим, как все покажут. Денег немерено, как бы в это дело пухали. Это у нас место аквапарка. Ну вот, как-то так. А закрыли это, наверное, для того, чтобы в дырочку никто не подглядывал. Мы же все равно найдем, откуда заглянуть. Даже на этот бортик встать могу. Но пока что-то неохота. Найдем дырочку. Просто выше встанем. Уголок есть. Вот и все. Вон там камни. Эти деревья уже срубать начали, но это поля. Хотя они тут как сорно растут. Все равно хоть какие-то деревья. Ну тут уже площадку заливает. Ну, то есть со стороны берега можешь зайти. Там нет ограждения. Погуляемся, посмотрим. Да сразу пройдем. Посмотрим. Чтобы ролик не был бесконечно долгим. Хотя для YouTube это хорошо. Да. Перехвалил я малость. С ограждением. Ребята не доделали. Ну, что это такое-то? Ну, тут все. Пожалуйста, проходи, заходи. С стороны речки вот заезд есть. Надо устранять. Там материал. Могут же сделать, вот что бы не сделать такой заборчик. Вот. В принципе, такие вот ограждения надо делать на всех стройках стоит. Все вот разбирается, собирается, переносится. Конструкция довольно устойчивая от ветра, урагана. Если был, но тут уже скидывают землю вниз, ближе к речке. То есть какие-то будут нарушения природоохранного или нет. Посмотрим дальше. Ой. Ну, думаю, это первое ознакомительное видео. Мы пока оставим на таком состоянии. Будем держать на контроле.